Анастасия Решетова заинтриговала своих поклонников. Фанатам подруги рэпера Тимати показалось, что звезда намекнула на беременность. «У нас пополнение», — так подписала Анастасия Решетова фото, выложенное в сторис. К огромному сожалению поклонников, речь шла вовсе не о том пополнении, которого они с таким нетерпением ждут. 23-летняя Анастасия Решетова поделилась снимком игрушки. Автор-дизайнер Кос — это статуэтка его фирменного мультипликационного героя Companion в черном цвете. Стоимость фигурки — примерно 150 тысяч долларов, или более 9 миллионов рублей. Недавно подруга Тимати опубликовала селфи из туалета. На пальце Анастасии Решетовой не видно обручального кольца, подаренного Тимати, хотя обычно она не снимает его. А вот в правой руке модели поклонники разглядели тест на беременность. Настя снимок подписала коротко «давайте помолчим». При этом комментарии к новости она отключила. Еще раньше сообщалось, что телеведущая Регина Тодоренко нашла в сумочке Анастасии Решетовой тест с двумя полосками. Продолжения у той истории не было, подруга Тимати не пожелала комментировать инцидент. Анастасия Решетова и рэпер Тимур Юнусов, Тимати, встречаются несколько лет. В начале пара не афишировала роман. Однако в конце прошлого года влюбленные стали все чаще делиться совместными снимками с поклонниками. Анастасия Решетова неоднократно намекала на свадьбу, в сети даже пошли слухи о беременности модели. Уверенность поклонников в том, что дело идет к счастливой развязке, укрепилась перед Новым годом. Решетова и Тимати были в Париже. На совместном снимке из французской столицы модель показала шикарное кольцо на безымянном пальце.